В Воронеже у одного из подъездов подмыло песок и обвалилась брусчатка. По словам местных жителей, образовалась довольно внушительная. Рабочие, которые пришли на место, заделали ее. Причем вместе с находившейся там беременной собакой. По словам Александры, они сразу пошли в местный ЖЭК, рассказали о проблеме и попросили раскопать яму, чтобы спасти собаку. Но коммунальщики ответили, что ничего сделать не могут, так как не они производили работы. Тогда они сами раскопали яму. Хорошо, что рабочие ее не стали бетонировать и освободили беременную собаку из плена. Белку отвезли в приют и теперь ищут ей добрых хозяев. Белку, так назвали собаку, вечером экстренно простерилизовали, так как из-за перенесенного стресса и двухдневного заключения без еды и воды у нее началась отслойка плаценты, щенки погибли. Сейчас собака чувствует себя удовлетворительно. Несколько дней она будет находиться на стационаре под наблюдением врачей, а потом поедет на передержку к нашему волонтеру, где ее подготовят к переезду в приют. А вы что думаете об этой истории? Пишите в комментариях, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь. Не забывайте прожать колокол, чтобы не пропускать новые истории спасения и обзоры.